дыня-колхозница. Каждый овощевод-любитель считает необходимым вырастить у себя на огороде семена дыни-колхозницы, которые являются украшением стола и вместе с тем имеют огромную питательную ценность. Но, наверное, не каждый знает, что для выращивания дыни необходимо правильно подготовить участок огорода под посев. Почва должна быть не только плодородной, важно обращать внимание на предшественников. Ими может быть горох или вика. В этом случае удобрения не нужны, поскольку грунт идеально подойдет для посева семян дыни сорта «Колхозница». Этот сорт является среднеспелым. От всходов семян до первых плодов проходит около 3 месяцев. Сам плод имеет шарообразную форму, его вес до 600 граммов. На поверхности плода с высокой сахаристостью имеется характерная сетка. Еще одной отличительной чертой этого сорта является то, что он может чудесно расти в неблагоприятных погодных условиях. Семена одного из самых старых сортов дыни-колхозница, а также элитные семена томатов, можно заказать в интернет-магазине «Помидорчик», где вы также сможете получить профессиональную консультацию по любому интересующему вас вопросу.